меня получилось, что я не знаю, вы можете порассуждать, у вас совсем другое получится, но у меня получилось. Во-первых, я уже сказал, я нарушаю определенный порядок и ход вещей в моей жизни. Согласны вы с этим? Согласны. Пусть даже установленный ошибочно. Вот я установил такой порядок ошибочно, по своему мнению. Но Слово Божье, те же мудрости говорят следующее. Много хлеба бывает и на ниве бедных. Но некоторые гибнут от беспорядка. То есть у меня был порядок, если я последую этому человеку умному, то я нарушу порядок. Тогда у меня может быть много хлеба, но я буду гибнуть, потому что нет порядка в моих действиях. Второе, что у меня получилось, я становлюсь человеком, который сверх меры бережлив. Я же не хочу растрачивать свои финансы неведомо куда. Зачем мне куда-то их давать? Вот есть благодать сегодня, и все, что я буду зарабатывать, я все буду сберегать для себя. Я буду для своей семьи сберегать. Тогда тоже Слово Божье, даже мудрость царя Соломона говорит так. Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако беднеет. А дальше еще сказано же в этой главе, притча 11 глава, это 24 стих, в 26 стихе сказано, кто удерживает у себя хлеб, того народ проклинает. А тот, кто готов его продать, увенчан благословением. Третье, что у меня получилось, ну и третье. Я вдруг подумал, кто, если не я, будет заботиться о моей церкви? Ну вот я буду удерживать, заботиться о своей семье, под благим намерением, вроде для себя, для своей семьи, сберегать эти финансы. А кто будет заботиться о моей церкви? Ну, пусть кто-то другой позаботится, пусть люди богатые там. И тут я вспомнил пророка Агея, который сказал такие слова. Вы сеете много, а собираете мало. Это не закон, друзья, это не закон. Это вот пророк сказал в будущее. У пророков у них все сбывается, вот как-то, каким-то образом все у них сбывается. Вот они что сказали, то и сбывается. И их слова они не имеют, вот знаете, пророк сказал, и вот это пророчество, оно имеет вот конкретное какое-то место и какое-то время. Нет, у них есть пророчества, которые в века звучат. Знаете, оно несколько действий имеет. И вот это пророчество именно пророка Агея, оно звучит во все времена. На все времена. И он здесь говорит, вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Ожидайте много, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что? И он отвечает, за что? Говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Послушайте, зачем, чтобы мой дом был, Божий дом был в запустении? Я лучше принесу свои финансы для того, чтобы не работать на дырявый кошелек. И когда я так размышлял, я вдруг понял, пусть в моей жизни все остается как есть, даже несмотря на того умного и очень умного человека, который написал эту статью, прекрасную и замечательную, может быть. И знаете, что я еще увидел? Все церкви, которые говорят о десятине, я не побоюсь этого слова, именно о десятине, именно, да, о десятой части от всего прибытка, не просто пожертвование, а десятине, все эти церкви сегодня успешные и самые большие. Все служители мирового значения, посмотрите, которые сегодня в успехе, все они придерживаются принципа десятины. И есть другие, которые наперебой кричат, что мне не нужна десятина, и это пережиток Ветхого Завета. Сегодня они все в проблемах. Так зачем мне следовать очень умному человеку, когда я последую очень глупому человеку, Соломону? Поэтому, друзья мои, давайте мы все станем. И каждый будем уделять от того, что имеет на сердце, потому что доброходно дающих любит Господь. Спасибо вам за ваше пожертвование. Спасибо вам за то, что вы не бежите к своим домам и не оставляете Дома Божьего в запустении. Спасибо тем, которые радеют о Доме Божьем, благодаря которым сегодня церковь Ковчег может распространять свои пределы, и сегодня она может служить многим другим людям, которые находятся в нужде. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за каждую руку,
который, Господи, дает, который отделяет и благословляет, и чтит Тебя от всякого прибытка. Будь благословен, Господь. Благослови каждого во имя Иисуса. Аминь. Тобой, мой Бог, я только твой.
оправдал, ты оправдал, я сейчас чист. Ты искупил, я сейчас твой, я весь твой. Не отлучить нас от тебя. Восхищен тобой, мой Бог, я только твой. Используй меня, Бог, я весь твой. Используй меня, Бог, я весь твой. Используй меня, Бог, я весь твой. Я доверяю жизнь свою. Скажи, ты используй меня, Бог. Используй меня, Бог, я весь твой. Используй меня, Бог, я весь твой. Используй меня. Тебе наши сердца. Мы доверяем Тебе наши жизни. Мы знаем, что Ты Бог, который заботишься о нас, который говоришь, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Господь, мы благодарим Тебя за то, что можем прийти и выдохнуть наши неврозы, наши стрессы, выдохнуть все то, что нас пленяло, беспокоило, то, что забирало Твой мир и сердце. Мы хотим, Господь, все отдать Тебе. Мы просим Тебя, наполни нас Твоим совершенным покоем и благослови нас, наши семьи, наших детей, Господь, наших мужей, жен, родителей. Мы все доверяем в Твои руки. Мы уповаем на Тебя, Господь. Мы славим Тебя, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте подарим Господу аплодисменты. Аллилуйя. Аллилуйя. Пожалуйста, присаживайтесь, дорогие друзья. Я так рад быть снова в этой замечательной церкви. И спасибо пастору Олегу за приглашение. Для меня это большая честь. Вы знаете, я вчера ввел здесь семинары и отметил снова. Вот просто приходит оно, вот первое впечатление, ассоциативный такой вот момент. С чем вы ассоциируетесь? Вот для меня вы красивые люди. Почему красивые люди? Я сам себе задал этот вопрос и попытался на него ответить. Мне кажется, что вы красивые какие-то, у вас какой-то оттенок лица, какой-то вот отдохнувший, что ли. Короче, я понял, что вы просто живете в Сочи, поэтому от вас исходит вот такой блеск красоты. И я также вот хочу сказать, что находясь здесь вот уже пару-тройку дней, я ощутил и сочинское тепло, и гостеприимство ваше, и пробежал вчера 5 километров по набережной, и это просто счастье видеть море, дышать морем и ходить в такую прекрасную церковь, как Ковчег. На самом деле чувствуешь себя как в Ковчеге. Безопасность есть в этой церкви.
есть вот эта любовь Божья. Поэтому слава Господу за эту церковь. И сегодня я хочу проповедовать на тему «Позитивный дух». Позитивный дух. Хочу вам рассказать одну старинную притчу. Старик сидел около одного оазиса у входа в один ближневосточный город. К нему подошел юноша и спросил: «Я ни разу здесь не был. Какие люди живут в этом городе?» Старик ответил ему вопросом: «А какие люди были в том городе, откуда ты приехал?» «О, это были эгоистичные, злые люди. Впрочем, именно поэтому я оттуда и уехал. Здесь ты встретишь таких же», — сказал ему старик. Немного погодя, другой человек приблизился к этому городу, увидел старика и подошел к нему с вопросом: «Я только что приехал. Скажи, старик, какие люди живут в этом городе?» Старик ему ответил тем же: «А скажи, сынок, как вели себя люди в том городе, откуда ты пришел?» «О, это были добрые, гостеприимные и благородные люди. У меня осталось там много друзей, я, честно говоря, скучаю по ним уже. Здесь ты найдешь таких же», — сказал ему старик. Купец, который неподалеку поил своих верблюдов, увидев то, что старик одному говорит одно, а другому другое, подошел и сказал: «Старик, а ты почему?» Одному ответил, что в этом городе злые люди, а другому ответил, что в этом городе добрые люди. «Сын мой, каждый носит свой мир внутри себя. И тот, кто в прошлом не нашел ничего хорошего, в тех краях, откуда он пришел, здесь тем более не найдет ничего. Напротив же, тот, у которого были друзья в том городе, откуда он приехал, и здесь найдет верных и преданных друзей. Ибо, видишь ли, окружающие нас люди становятся тем, что мы находим в них». Вот такая притча. И я хочу сказать, что то, какой дух у тебя сегодня, определит твое положение завтра. Давайте мы вместе откроем числа 14 главу и прочтем с 19 по 24 стихи. Моисей молится Господу после того, как народ возроптал, и он говорит: «Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе. И сказал Господь: прощаю по слову твоему, но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Все, раздражавшие меня, не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». Вы знаете, Писание, оно не определяет конкретно, что за дух был у Халева, называя его иным духом, да? Но мы можем с уверенностью сказать, что это позитивно настроенный дух, позитивно настроенный, оптимистично настроенный, можно сказать. Халев верил в слово Господа, несмотря на обстоятельства. Давайте вспомним эту историю. Моисей посылает 12 соглядатаев или разведчиков посмотреть землю обетованную, что там, как там, какое психологическое состояние, какие люди там живут. И 12 соглядатаев пошли туда, и они увидели, конечно, плоды той земли, много винограда, на самом деле земля течет молоком и медом, но люди там великорослые, исполины, воины, мощные, сильные, у них укрепленные башни, они умеют сражаться, а мы-то что, мы в пустыне ходили 40 лет, у нас ни оружия толком, ничего нету. И 10 соглядатаев пришли с этой вестью: не надо нам туда идти, нас там
нас там всех убьют, мы погибнем в той земле. Да, земля хорошая, там есть процветание, но это не наша земля. Там есть Гергесеи, Евеи, Евусеи и прочие Еи, которые просто никого не пустят на свою территорию. И они будут правы, это место, где жили их отцы, они будут стоять за свою землю. Не пойдем мы туда, лучше нам вот здесь вот жить, где мы живем, нас там просто убьют всех. И вы знаете, было только два человека, Иисус Навин и Халев, которые говорили: нет, подождите, успокойтесь, все хорошо. Бог сказал, что мы туда войдем, значит мы туда войдем, значит Он даст нам победу, Он же нас сюда привел, значит все будет хорошо, Господь с нами, мы победим, надо доверять Господу. И земля достанется нам. И Бог потом говорит Моисею, вот Халев, за то, что в нем был иной дух. Ну, в чем он иной? Он отличался от духа сомнения, ропота, какой-то боязни, боязливости, трусости, пессимизма, угрюмости, ропота. Он отличался. Поэтому мы можем назвать его, что это был позитивный дух. И вот снова прочитаем. «Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе». И сказал Господь: «Прощаю по слову твоему, но жив я, и слава Господня полна вся земля. Все, которые видели славу мою, знамения мои, сделанные мной в Египте и в пустыне, искушали меня уже 10 раз и не слушали голоса моего, не увидят земли, которую я склятвую, обещал отцам их. Все раздражавшие меня не увидят ее». Вы знаете, Писание говорит, что Бог не разлюбит нас. Ну, то есть в любом случае, Бог говорит: я прощаю грех народу, прощаю, но они не увидят земли. И вы знаете, Бог не разлюбит нас из-за негативного настроя в нашей жизни. Он будет нас любить всегда, такими, какие мы есть. Меланхолики, сангвиники, флегматики. Он нас будет любить такими, какие мы есть. Но если мы будем иметь негативный настрой, негативный дух, дух критиканства, недовольства, ропота, пессимизма, неверия, то мы лишимся многих его благословений на этой земле. Мы просто лишимся многих его благословений. Вы знаете, я в Фейсбуке недавно прочитал высказывание моего друга по благодати, там тема была «Ветка своя», и много-много комментариев. И обратил внимание на один комментарий другого моего друга, который прокомментировал этот пост. Неважно, о чем пост, важно посмотреть на этот комментарий. Я хочу его прочитать. Мой друг пишет: «Я 2 года работал грузчиком. Грязная, унизительная и низкооплачиваемая работа. Делал я это за вознаграждение. Так вот, мне нравилось. Я получал удовольствие от работы. Но некоторые мои коллеги не любили то, что делали. Еще бы, в чужой грязи таскаешь тяжести. Какое тут удовольствие? Напряг. В чем же мое с ними отличие? Я ментально стремился любить то, чем занимаюсь. Работал над своим внутренним миром. Мои внутренние силы были направлены на выработку радостного отношения к своему труду. И мне удалось. Когда я выходил на работу, я был свободен и счастлив, потому что делал то, что мне нравится, не напрягался. Другие же направляли свои внутренние силы на то, чтобы заставить себя выполнять то, что должны. На выходе и они, и я делали добро и приносили пользу, но я был свободен, а они как бы были рабы. Я кайфовал, а они мучились. Часто мне давали на чай больше, чем им, потому что чувствовалось мое отношение, и его вознаграждали бонусами». Вы знаете, одно из благословений, которого мы можем лишиться в своей жизни, имея негативный настрой, имея ропот и пессимизм, это ощущение счастья от того, что у тебя есть. Мы можем лишиться этого ощущения счастья от того, что Бог тебе уже дал. Вот интересно, что апостол пишет в послании к евреям в 9 главе с 3 по 4 стихи: «За вторую же завесу была скиния, называемая Святой Святых, имевшая золотую кадильницу и обложенный со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов расцветший и скрижали завета». Это уже Новый Завет, и апостол, он много приводит символических моментов из Ветхого Завета, объясняя их значение, их суть,
потому что вся суть во Христе. Но вот что интересно, ковчег — это такой ящик, в котором находилось Божье присутствие. Наверху херувимы такие были из металла сделанные, которые крыльями соединяли самую верхнюю точку этого устройства, этого ковчега. А в ковчеге находились предметы, которые Бог повелел Моисею туда положить, которые имели огромное значение. И мы сейчас не будем говорить о жезле Аароновом расцветшем, потому что там свое символическое значение, своя декодировка. Но обратим внимание на сосуд с манной. Сосуд с манной. Зачем Бог сказал положить в ковчег, в самое главное место, наверное, которое было на этой земле, ковчег Завета, там, где Бог являлся народу, сосуд с манной? Ну, конечно, мы все вспомним с вами, что народ шел по пустыне, и им нечего было есть. Они были в таких обстоятельствах, когда не было ни еды, ни воды. И Бог сверхъестественно дал им и воду из скалы, и что им еще дал? Манну небесную, хлеб небесный, который был, орошал всю окрестность, где стан израильский стоял, каждое утро. И они собирали и ели это. Но они ели это, день, два, три, неделю, месяц, второй месяц. И они начали роптать и начали говорить: мы уже не хотим эту манну, мы хотим мясо, мы хотим лук, чеснок, все, что было в Египте. Дайте нам, мы не хотим это, нам надоело это. И Бог говорит: хорошо, нате вам мясо. И прилетели там перепела, и они собирали, помните, да, ели даже с кровью. Но суть в чем? Что вот эта манна, Бог говорит: Моисей, собери ее, положи в сосуд, пусть в ковчеге лежит на долгие годы. Потому что для меня ценно, чтобы вы были благодарными мне за то, что у вас есть. За то, что есть в жизни. За ту руку мою, которая над вами, которая хранит, оберегает, обеспечивает на таком уровне, который есть сегодня у вас. И для Бога ценно, чтобы видеть в наших сердцах благодарность, потому что манна – это символ Божьего попечения в трудных обстоятельствах жизни. В прошлом году я со средней своей дочкой, с Даной, были в Израиле и поехали на Мертвое море, а когда возвращались с друзьями, один друг задал вопрос. Он говорит: как вы считаете, когда мы предстанем перед Богом, какой первый вопрос Он нам задаст? Ну, все стали отвечать, кто что думает. Он говорит: а я считаю, что вопрос, который нам задаст Бог: наслаждался ли ты тем, что я тебе дал в жизни? И вы знаете, я сначала оспорил этот аргумент. Я говорю: ну как Бог может так сказать? А если ребенок, вот он мучился от неизлечимой болезни, умер, и Бог его еще спросит: ну, как ты наслаждался в жизни? Или человек, который в концлагере был, который, ну, в жутких условиях был, ну неужели Бог будет издеваться над человеком, задавая такой вопрос: наслаждался ли ты тем, что я тебе дал? А вы знаете, а потом я стал размышлять и пришел к мысли о том, что в принципе в любых условиях жизни нам есть за что благодарить Бога. И я вспомнил книгу Анатолия Кузнецова «Бабий Яр». Вы читали эту книгу? Я рекомендую к прочтению. Потрясающая книга об исторических событиях, о том, что происходило на окраине Киева во время войны, об уничтожении евреев, о концлагере, о сражении за жизнь. И сам Анатолий Кузнецов, он, будучи ребенком, он переживал все эти невзгоды, голод. И вот он пишет, он говорит: есть, целыми днями в животе сосал червяк голода, чтобы съесть. А ночами снились обеды, счастливые роскошные обеды. Но у меня была сильная воля, и я целыми днями почти ничего не ел, кроме каштанов. Несколько раз бабка с базара приносила картофельные очистки, в Киеве их называют лошпайками, мыло, перетирала на деруны. Они были сладковато-горькие, но это была настоящая пища. Вдруг прошел слух, что Куреневская управа открывает столовую для голодающих детей. Мама куда-то побежала хлопотать, и вот мне выдали карточку. В первый раз мы пошли с Лялей. Столовая помещалась в Бандарском проулке,
в бывшем детсаде. Мы вошли в большое помещение, полное оборванных, худых детей, от самых крохотных до 13-летних. Но было жутко тихо, только звякал черпак поварихи. Мы стали в очередь на раздачу и получили по тарелке настоящего, горячего, пшеного супа. Мы отнесли тарелки на стол, уселись, и пока ели, были счастливы. Я смаковал каждую ложку, полоскал суп во рту, цедил сквозь зубы. Прежде чем проглотить, я чувствовал, как каждый глоток вливается в меня, вызывая горячую радость. Хотя в том супе были только вода и пшено, ничего больше. И вокруг сидели такие тихие дети, никто не бузатерил. Иные, стесняясь, лизали тарелку языком. Вы знаете, благодарность умеет находить Божью руку даже в, казалось бы, никчемном и ничего не стоящем существовании. Какой у тебя дух, какое у тебя сердце? Какое у тебя отношение к жизни, к окружающим тебя людям, к тому, что Бог тебе дал в жизни. И в 24 стихе, вот того отрывка, который мы с вами прочитали, написано: «Но раба моего Халева за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее». То, какой у тебя дух сегодня, позитивный или негативный, определит твое положение завтра. И здесь следует сказать вот о позитивном духе, что все-таки я сделаю оговорку такую, что мы не говорим просто о психологически настроенном позитивном мышлении, о чем многие сегодня говорят вне контекста Писания и церкви, и общения с Богом, проводя какие-то тренинги, говоря о позитивном мышлении, о позитивном там взгляде на все, занимаясь аутотренингами. Мы не об этом, потому что позитивный настрой без повиновения Господу – это всего лишь психологический тренинг. Но Писание говорит, что Халев повиновался мне. Написано: за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне. Поэтому мы говорим о позитивном духе в контексте служения Господу, в контексте того, что ты повинуешься Богу, Его Слову. Вот на какие сферы дух Халева, или иной дух, как Писание говорит, повлиял в его будущей жизни? На какие сферы? Первое, что мы видим, Халев, в отличие от своих сверстников, соратников, других разведчиков, он вошел в обетованную землю. Они не вошли. Не вошли те 10, которые роптали, не вошли их семьи, не вошли то поколение, которые также роптали и говорили: не пойдем, разве что у нас гробов не было в Египте, что мы пришли в пустыню, а теперь в пустыне должны умереть, потому что нет у нас будущего, потому что нет у нас завтрашнего дня, потому что там великаны, потому что там проблемы, потому что мы ничего не сможем сделать против них. И они не вошли, а Халев вошел. И вы знаете, для Халева обетованная земля поначалу это не было райским местом, где бы он лег на гамак и просто бы наслаждался всей вот атмосферой обетованной земли. Вы знаете, там уже бы у него и корова бы паслась, и скот бы был разведен, и все бы ему, слуги приносили бы ему еду, и он бы просто ни о чем не думал. Нет, он должен был сражаться в обетованной земле. Они вошли в обетованную землю, но там были свои вызовы, там была своя борьба, и Халеву нужно было бороться. Вы знаете, когда я думал об этом, я вспомнил эпизод из жизни, из судьбы израильского народа, когда они оказались в вавилонском пленении. И вы знаете, быть в Вавилоне Израилю было очень плохо, очень некомфортно, потому что они были пленниками, потому что они слышали людей, говорящих на другом языке, на вавилонском. Они должны были детей отдавать в школы, где их учили на вавилонском языке. Не отмечались и не почитались еврейские традиции, еврейские праздники. Евреи были притесняемы, потому что они были рабы, потому что они были в плену. И вы знаете, когда человек находится в плену, он мечтает об одном, чтобы поскорее выйти из этого плена, выйти из этого состояния. И Бог поднимает Иеремию. И в 29 главе, в 7 стихе, этот пророк пророчествует народу, находящемуся в плену, и говорит: «Заботьтесь о благосостоянии города, в который я переселил вас, и молитесь за него Господу, ибо при благосостоянии его и вам будет мир». Вы знаете, когда я думаю об этом пророчестве, когда слышали израильтяне Иеремию, они не хотели это слышать.
Они хотели слушать других пророков, которые пророчествовали и говорили: «Скоро вы выйдете из этого рабства, из этого плена, ваше мучение закончится, вы снова разведете свои виноградники на своей земле, вы придете в свою землю». Они хотели слушать такие пророчества. Но Иеремия, он пророчествовал о чем-то странном. Он говорит: «Вот вы живете здесь, Бог говорит, я вас поселил здесь, вам что-то, может быть, не нравится. Но вы, пожалуйста, заботьтесь об этом городе. Благословляйте этот город, молитесь за этот город. Потому что при таком вашем отношении и при благосостоянии города и вам будет мир». А вы знаете, что такое мир на иврите? Шалом. Это не просто мир. Это и благоденствие, и достаток, и здоровье, и успех. И Иеремия говорит: вы благословляйте, вы молитесь за этот город, молитесь за все, что вы видите здесь, чтобы при благосостоянии его и вам был мир. Наше отношение к месту, которое Бог дал нам в жизни, определяет то, как мы будем ощущать себя, будем ли мы чувствовать руку Божью на себе, и будем ли мы благодарными и счастливыми, либо мы будем под постоянным гнетом жить, в постоянных тисках. У меня есть замечательный друг, пастор Сергей Пряничников, и в данную минуту он проповедует у нас в церкви в Тольятти. Он проводил курсы на библейской школе у нас, и теперь он проповедует. Мы с ним знакомы уже 25 лет. И вы знаете, однажды Бог призвал его из лучшего места в худшее, призвал его на миссию в поселок городского типа Безенчук. Для меня Безенчук — это было вот, помните, там 12 стульев, гробовых делал мастер Безенчук, что-то такое вот. А оказывается, это поселок, 25 тысяч населения, никакой инфраструктуры, ничего там выдающегося нет. Ни реки, ни, ну там река там подальше, надо ехать, ничего. И он поехал туда со своей семьей. Он пережил разные невзгоды, противостояние, колдовство. Потому что люди в маленьких вот поселках, они кооперируются так, и слух разносится, все друг друга знают. И его сначала не принимали. И на самом деле первый человек, кто у него покаялся, это был Василич. Василич, это был такой вот, ну, юродивый, что ли, вот в поселке городского типа Безенчук, которого знали все. У него пластина была в черепе вставлена. Но он такой был открытый, такой был простой. И пастор Сергей, он вкладывался в него, потому что ему не в кого еще было вкладываться. У него было несколько человек всего. И он брал его на конференции, когда спрашивали: а кто это с тобой? Он говорил: это мой помощник, помощник пастора. Вот. И он вкладывал в него свою жизнь. Василич сегодня с Господом уже, да? Но вот из-за такого отношения, из-за того, что пастор Сергей сразу сказал: это моя обетованная земля. Бог привел меня сюда. Это земля для меня, текущая молоком и медом. И Бог благословил. Прошли годы. На сегодняшний день церковь в Безенчуке насчитывает 150 человек. В процентном соотношении это больше, чем церковь Слово Жизни в Москве, 5000 человек где. Потому что по количеству людей, живущих в том городе, это очень много. У него бизнесмены сегодня есть, у него разные респектабельные люди, которых уважают в городе. А было время, когда его убить там хотели, было время противостояния, но его отношение, его пасторское отношение, его сердце, открытое к людям, открытое к городу, сделали ситуацию другой. Они построили храм, и когда вы приезжаете по железной дороге в Безенчук, и вы останавливаетесь на этой станции, вы сразу можете видеть храм, который они построили, большой храм на 400 мест, и они уже зашли в него, и у них свой реабилитационный центр, у них много миссий по разным деревням, у них свой социальный центр для инвалидов, они очень много приносят плодов Господу и служат, а все начиналось вот с того, что он зашел в землю, о которой другие бы сказали: да куда ты приехал, здесь ловить нечего, здесь ничего хорошего не получится у тебя, но он сказал: это моя обетованная земля. И это произвело плод в его жизни. Иисуса Навина, 14 глава, с 10 по 13 стихи. «Итак, вот Господь сохранил меня в живых, как Он говорил. Уже 45 лет прошло от того времени, когда Господь сказал Моисею слово сие, и Израиль ходил по пустыне. Теперь вот мне 85 лет, но и ныне я столько же крепок, как и тогда,
когда посылал меня Моисей. Сколько тогда было у меня силы, столько и теперь есть для того, чтобы воевать и выходить и входить. Итак, дай мне сию гору, о которой Господь говорил в тот день, ибо ты слышал в тот день, что там живут сыны Инаковы, и города у них большие, укрепленные. Может быть, Господь будет со мной, я изгоню их, как он говорил, как говорил Господь. Иисус благословил его и дал в удел Халеву, сыну Ефонину, Хеврон. Что мы видим в жизни Халева? На какие сферы жизни повлиял его дух позитивный? Он повлиял на то, что он жил в обетованной земле, он повлиял на то, что он был долголетен, крепок и здоров. Здоров, он говорит, мне 85 лет, но у меня столько же силы сегодня, сколько было 45 лет назад. Он был такой же сильный, такой же крепкий и такой же здоровый. Вы знаете, на самом деле, когда ты имеешь позитивный настрой, может быть, у тебя какое-то заболевание, может быть, ты проходишь трудные времена, сражаясь с какими-то атаками, верь Господу, доверяй Его Слову, как доверял Христос.